сразу 6 чувашских файтеров завоевали награды ежегодного турнира «Кубок чемпионов». Вызов хозяевам ринга бросили спортсмены из Казани, Нижнего Новгорода и Москвы. Первыми на ринг пропустили представительниц прекрасной половины. Юлия Атамова из поселка Ибреси и Диана Алексеева из Чебоксар сошлись в весовой категории до 48 килограммов. За Юлией Атамовой, но и соперница оказалась не промах. Диана уступила сопернице считанные баллы. В титульном бою турнира против нижегородца Леонида Лаврищева золото завоевал спортсмен из Чебоксар Никита Александров. Награды вручили и почетным гостям соревнований. Известный киноактер, уроженец Чувашии Анатолий Гущин был удостоен памятной медали в честь 550-летия Чебоксар. Итак, друзья, еще раз ваши аплодисменты.